Ежегодно в последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается День работников автомобильного транспорта. Свой профессиональный праздник отметили коллективы управления автомобильного транспорта и управления технологического транспорта Алмалыкского горно-металлургического комбината. По традиции праздничную программу открыл своеобразный кортеж. По улицам Алмалыка проехала автомотоколонна. Именно такая техника сегодня действует в подразделениях АГМК, обеспечивая грузы и пассажира перевозку. А затем во дворе управления технологического транспорта было организовано торжество, посвященное Дню работников автомобильного транспорта. Со словами добрых поздравлений и теплых пожеланий от лица руководства АО «Алмалыкский ГМК» выступили исполняющий обязанности заместителя председателя правления по транспорту, логистике и информационным технологиям Рустамбек Санакулов и заместитель председателя по кадрам и социальным вопросам Сайди Шерматов. Согласно приказу председателя правления АО «Алмалыкский ГМК», ряд особо отличившихся работников УАТ и УТТ были награждены нагрудными знаками «Горняцкая слава» разных степеней, почетными грамотами и ценными подарками. Торжественную часть продолжили спортивные состязания и концертная программа, организованная творческими коллективами Дворца культуры «Металлург».